правителю придется быстро отстроиться и начать кормиться. Нет, дела очень плохи. Очень.
Что видишь, Сюнин? Статуи три больших щели. Для чего они? Для ножей? Может, кинжалов? Статуи три.
Нужно быть осторожнее. Охотина! Во славу мне отца! Yeah!
заплатишь! Умри, Нидин!
прощаем их прегрешения. Отправь их в ад за то, что сделали. Тебе здесь не место, язычник. Ступай, пока не разгневался Господь. Ты их всех убила. Кощунники навлекли на себя смерть, осквернив это место. Господь все мне раскрыл, а потом сказал проучить их. И о тебе он тоже говорил. Умрешь быстро. Получи. Стой! Я не желаю тебе зла. Ты мог уйти. Теперь Бог водит моей рукой. Ты умрешь. Я... Пади перед Господом! Ну-ка, что там твой бог про меня говорил? Мой бог зовет тебя вороньим демоном. Он отправил ангелов найти и убить тебя, а потом низвергнуть прямо в ад, чертово отродье. Ха!
Нашла еще одну аномалию. Мы их так называем? И еще один пакет данных. Брать его? Если он такой же, как прошлый, то брать, конечно. Эй, вы двое тоже слышите эти голоса? О чем ты? С нашей стороны все тихо. Вот черт. Я возле второго пакета. Готова? Готова. Данные у меня. Отправляю.
здесь полно стражников. Только с той стороны. Сюнина.
Что случилось? Почему Вельва не открывает? Не ведаю, но без ее варева мы обречены. Заперта, внутри никого не слышно.
Надо осмотреть все вокруг. Кровавый след ведет прочь от дома. Это не к добру. Бабочки, кто-то потерял много крови. Я принимаю боль с радостью, Фрейя, но прошу, дай знак. Благодарю тебя. Спасибо. Ты ранена, тебе нужен отдых. Я отнесу тебя домой. Кровь моя, но ран на мне нет. Я сварила зелье, милость Фрейи, чтобы урожай взошел. Кровавый мед. Так ты знаешь о нем. Моя боль создаст жизнь. Отнеси меня к прогалине. Я напою поле. Я встретил женщину, которой тоже нужно зелье. Она ждет у твоего дома. О, нет. Мне не видать тогда урожая. Пожалуйста, отнеси меня к следующему камню. Вельва! Боль сильна. Но я должна завершить обряд. Можно отнести ее дальше. Помочь закончить обряд. Или вернуть домой, где ее ждет та женщина. Мы пришли. У тебя хватит сил, чтобы закончить обряд? Да. Только отдохну. Потом прочту заклятие и пролью зелье. Это нужно делать одной. Понимаю. Что-нибудь еще? Ты довольно сделал. Спасибо тебе. Но приходи потом полюбоваться на поля. Приду. До встречи, Вельва. Ты добр. Да хранят тебя боги. Теперь ступай. Не стоит привлекать внимание. Я горю!